И снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы вновь вернемся к мечам и душам, да, с Swords and Souls мы вновь вернемся, так как предыдущая серия, понятное дело, вам очень даже понравилась. Поэтому продолжаем играть и дальше. И здесь у меня уже накопилась довольно приличненькая сумма, давайте ее сразу заберем и пойдем, наверное, в магазинчик заглянем. Что же там продается? Черт побери, что все такое дорогое, новый меч стоит аж 40. Ладно, я пока что утенок, серьезно? Буду утятами бросаться. Шикарно. А, кстати, его потрогать можно? Это что-то даст мне? Нет, не дает мне какие-то ачивки. Зато можно еще и тренировочный зал заапгрейдить. Поэтому давайте его приапгрейдим. У нас здесь появился теперь лук еще. И также здорово, моя женушка. Прекрасно. Дай я тебя потыкаю. Так я тебя рад видеть. Давай, ты мне тоже поздоровайся со мной. Ну, здоровайся со мной. Ну, давай. Ну, все, отлично, все. Я с ней поздоровался. Она у меня очень рада видеть. Я это вижу в этих прекрасных глазах. Так, ну что, я реально похож на какого-то рыцаря смерти. Не знаю, есть ли у вас такие стации или нет. Но у меня вот есть лично. Так, ну 7,6 у меня осталось, больше в принципе нечего купить. Дальше пойдем на арену, наверное, посмотрим, как оно там пойдет. 23-й бой у нас уже против варваров. Сразу начну со стана. Господи, блин, утенком бросаюсь. Это, пожалуй, лучшее оружие, которое вообще есть в игре, походу. Я в него влюбился, хочу побольше утят таких. Так, оп, сложили. Так, яд, пошел яд, давай. Хочу побыстрее, как можно уничтожать противников. И проблема в том, что у меня нет ни хилок, ни этих, ни зелья силы, ни мол. Ничего, в принципе, у меня прям такого бомбезного, мощного нет, к сожалению. И это очень большая проблема на самом деле. Как бы вам, может, она и не кажется большой, но я скажу, что это титаническая по размеру проблема. По той причине, что если будет босс, я против него ничего не смогу сделать. Нужно срочно хилиться. Давай, хилься, тяни резину. Так, двойной удар. Давай, пошло. Блин, он у меня все время уточкой атакует. Ему, видимо, тоже очень понравилась уточка, коли он ей все время спамит. Так, давайте-ка баф тогда организуем. И... ух ты, крит. Что-то неожиданно как-то. И энергию надо срочно выпить, потому что иначе у меня сейчас нечем похилиться. И также нечем будет драться, походу. Так, давай режь ему. Да ладно, что на него не катит? Порезать арморчик. Давай. Блин, ну это вообще жестко, скажу я вам. Битва с этими противниками дастся нам очень тяжело. Так, давай вот этим. Так, еще двойную атаку. Господи, еще столько врагов осталось, а мы даже буквально не начали с ними драться, можно сказать. Так, давайте-ка еще хилочку выпью. Сейчас он от яда сам отъедет, а нам похилиться срочно нужно. Так, хил пошел. Дальше надо накинуть на себя армуров побольше. И еще двойную атаку произвести, которая не порезала ему армор, блин. Какого черта? Так, ладно, еще удар, и дальше лучше стрик ударов пропустить по нему, и дальше у нас идет босс, и я к нему совсем не готов. Стан, этот, давай все юзаем, ты только слишком долго не тяни резину, а то мы сейчас отъедем, да хватит и кидаться всякой всячиной. Двойную атаку проводи, давай, нужно срочно урон ему порезать. Так, блин, надо как-то затянуть еще битву с ним, может быть блок сработает? Нет, не сработал блок, и воскрешение также не прокатил. Ладно, все потратил, как я понял, нам нужны тренировки, без тренировок я здесь не смогу проходить, придется нам, понятное дело, попотеть немножко. Так, ну хотя бы зал я прокачал, поэтому сейчас будет лучше прокачиваться. Давайте займемся уклонением, давно мы не прокачивали его, поэтому сейчас буду заниматься я уклонением. Правда, блин, я настолько давно им не занимался, что это даже мне как-то, походу, тяжело сейчас будет даваться. Так, ну ладно, самое главное, что я его прокачаю, по той причине, что у меня его реально нет, можно сказать, я его не качал. Самый слабый пункт у меня — это, понятное дело, уклонение, вообще не прокачанная тема. Надо ей сейчас позаморачиваться. Оп-оп-оп, главное перфекта выбивать. И хотя бы серебро, наверное, за это прохождение получить тоже будет неплохо. Да ладно, я же вернулся вовремя. Какого черта, а? Так, отходим, у, клевер. Так, ну это было странно, что-то я поторопился слишком. Да блин, надоел. Дай мне нормально увернуться. Я как-то, наверное, сегодня слишком тороплюсь. Либо слишком хочу перфекты получить, потому что мое задание все-таки получить перфекты. И снова перфекты получить. А нет, ну не ошибиться. Но это можно на самом деле, если не выбивать, по идее, перфекты. Ну ладно, я постараюсь все-таки с перфектами все это дело сделать. Или хотя бы не сбить себе все-таки без ошибок это сделать. Ты заколебал тебя, что за тема такая все время? Одну и ту же атакой спамить. Ты что, Mortal Kombat там переиграл, что ли? Так, вверх.
О, вот это сейчас получится у нас. Давай вот... Ну, блин, ты что не продолжил-то свою идею атаки с одной и той же стороны? Ладно, все время что-то одной кнопкой пытается меня замолотить. Так, оп, ну все, пробил он мой стрик. Ну, господи, здесь реально стрик очень тяжело набить на уклонение, как мне кажется. Это самое-самое тяжелое, что может быть, по моему ощущению. Соточку здесь сделать, это уже какой-то рекордная цифра. Так, у нас сейчас задание 4 раза статы поднять. Это можно легко, в принципе, организовать поначалу. Потом будет тяжелее уже, когда он начнет... Прямо спамить всем, чем можно. Давай. Оп, все. Статсап. Так, о, комбо. Отлично, мне надо комбо выдержать. О, вот так бы все задания сами по себе выполнялись. Это было бы просто 10 из 10. Так, насколько далеко я смогу удержать стрик? Хотя бы уклонение хоть на сколько-то качнуть, это уже будет очень круто. А то с уклонением у меня реально плохо все. Так, перфект. 19 раз. Сейчас мы добиваем, наверное, этот перфект. Я пойду левелапаться. И там еще прокачаю, наверное, не атаку, а уклонение. Хочется реально уворачиваться очень часто, очень активно, чтобы врагам шансов никаких не оставлять. Плюс я кливеры тут набиваю. Кстати, мне по поводу турбо подсказали, что турбо-режим будет тогда, когда я зал прокачаю до самого максимума. Но это, полагаю, что будет еще не совсем скоро. Хотя, может быть, последний апгрейд следующий уже идет. Я не знаю, сколько конкретно должно быть апгрейдов. Ладно, я еще подержусь 20 секунд с вами вместе. Кстати, кому не нравится, что я тут тренировку оставляю в ролике... Половине людей нравится, половине людей не нравится, так что я оставлю за собой право решить самому, как решить эту ситуацию. Так что у вас есть кнопка перемотки, вы можете ее нажать в тот момент, когда вам не нравится смотреть, как я, например, тренируюсь. Так что вот так вот оно. Потому что я говорю, что там были комментарии, на которых половина было лайков за то, чтобы оставить, половина за то, чтобы убрать. Так что ничего не знаю и... Используйте типа кнопку перемотки, она у вас есть, и вам достаточно всего один раз кликнуть, там, на 2 минуты вперед, например, и все, вы уже в другом месте. Хотя это тоже является частью ролика, по сути, потому что я тут все-таки разговариваю с вами о чем-то рассказываю, все в этом духе. Ладно, хватит нам. Все, 713, нифига себе, что-то я много поднял на самом деле, я ожидал, что совсем немножечко подниму, а на деле 700 поинтов целых. И дальше в додж. Я все хочу в уклонении, 20% шанса вернуться, возможно, теперь это меня реально спасет. Так, я все-таки добавлю, наверное. Я, блин, не знаю, мне все хочется прокачать, все мне жутко, жуть как нужно. Давайте хил тогда еще апнем, наверное. Или омнисоул, чтобы боссом, с боссом лучше драться. Ладно, давайте омнисоул, он у нас наиболее близкий к тому, чтобы закончить раскачку с ними. Также надо взять алхимию. Следующим зайдем в музей, берем денежку, также. Кстати, забыл инком прокачать, вот куда деньги должны были уйти последние после вот этого всего дела. И жалко, на левел чуть-чуть не хватило, сейчас бы 59-й был бы, я бы еще прокачался. Так, и я потрачу денежку на... Блин, да ладно, что так дорого все стоит-то? Ладно, 3 зельки хотя бы возьму, жалко, без заклинаний я останусь. Без заклинаний это, конечно, очень нужная также тема. Так, стан первым пойдет. Блин, почему так часто удочками спамит? До этого он так часто, по-моему, даже не стрелял. Криты что-то начинают лететь на первых противников, чего раньше не было тоже. Как будто я сейчас криты прокачивал, на самом деле. Так, тихо, я сейчас урон получу, причем не слабый. А за счет своих ошибок, понятное дело, сразу бафы не использую, которые надо использовать сразу. Так, может, стан дашь ему простой, обычный, чтобы я не потел, но уклонение сработало. Вроде как даже чаще, чем обычно. Так, ну стан-то не тогда вылетел, когда я хотел от него увидеть стан. Ну ладно, окей, сейчас не так сильно еще продамажит по той причине, что у меня еще все еще держится на мне довольно мощный барьер. Так, ладно, этот омни-слэш используем, омни-соул. А дальше отравляем нашего товарища. 59-й я все-таки получил, я доволен. Двойная атака опять не сработала, понижение урона. Это крайне плохо. Если не срабатывает понижение урона, это просто жесть, насколько хреново. Тем более, что у меня нет никаких заклинаний больше. Это просто жуть как плохо. Так, ладно, это используем. Двойную атаку проводим. Так, порезали. В принципе, можно тогда похилиться вот этой штукой пока что. И дальше драться до того момента, пока у нас не закончится, или у него не закончится понижение атаки. Это прямо сейчас будет, поэтому сейчас мы ему стан выдадим. Так, держи, получай свою вкусняшку, можно сказать, даже, наверное, в каком-то мире. Так, ладно, еще вот так мы делаем, потому что следующего босса, следующего боя я не выдержу без вот таких приколов. Так, атаку порезали, все, можно ядом отравить, он будет не так сильно бить, и даже надо похилиться, нам успеть. Предпоследний у нас уже бой, главное хорошо продержаться сейчас. Так, давай, не подводи меня, двойную атаку проводи, на, все, стан у меня остался, стан у меня есть. Все остальные скиллы как раз тоже вовремя должны перезарядиться. Можно, конечно, потянуть резину, давайте потянем, наверное, даже время немножко. Господи, он вообще меня атаковать не собирается, походу, да? Так, вот он пошел удар. Сейчас сразу же режем атаку этому нашему королю-берсерку. Атака порезалась, шикарная. Так, стан.
Баф, скорее бафайся. И давай умни залп вот этот вот. Все. Вот у нас урон-то шикарный просто. Сейчас можем драться. Хотя бы уклонение сейчас работало. Так, сейчас двойную атаку провести, и все круто. Давай. Только не подведи меня, пожалуйста, друг мой. Нас осталось совсем немножко его добить. Все, уточки его захреначили. Отлично, ребята. Я рад, я счастлив, я так горд. У меня мой рыцарь не какашка. Так. И, кстати, ребята, напомню, пора лойсы забыл напомнить, что чем больше лойсов, тем больше сил по Swords and Souls, поэтому не пожалейте поставить лайк, это последняя серия что-то уже менее активно собирала, и я такой, сделаю небольшой перерыв, может люди как-то это приелось, и поэтому один день пропустил Swords and Souls, поэтому, ребята, не пожалейте поставить лайки этому ролику, если вам нравится и хочется почаще, чтобы выходили серии. Так, что герой, дальше уклонение, я сейчас в уклонение чисто буду уходить, и еще один поинт у нас на алхимию. А дальше еще у меня есть два клевера, надеюсь, мне выпадет купончик, например, было бы хорошо. Отлично, спасибо за купон! Мне как раз он был очень нужен. Так, магазин, и мы берем тогда себе молнию. По-любому молнию, и вот это возьмем себе. Блин, я зря потратил, сейчас мог купить себе меч новый. Это я что-то ошибся немножко. Ну что, следующий бой пошел против мы... Шутники смерти? Так что ли? Или шуты смерти? Как-то так можно перевести. Да давай без заклинаний, а. Просто быстрее отклейся, чтобы я не тратил слишком много скиллов. Так, кстати, они как будто бы меньше урона сами по себе сносят, чем предыдущие наши противники. Да, понятно, что на мне барьер висит, но как-то вот чувствуется, что они будто бы слабее самые начальные. Ну, хотя, если посмотреть, сколько здесь противников всего, то да, может быть, это действительно как-то с этим связано. Так, ладно, баф. Давай. И жалко, еще этот не перезарядился. Скилл было бы идеально, если бы еще и он перезарядился. Так, ну мы фулл хп, дальше на следующего противника, думаю, хватит, еще и стан вылетел. Так, надо бафнуться успеть, пока мы его не добили. Все шикарно, под бафом. И следующий, это будет двойной слэш. К сожалению, атаку он не порезал. Это очень плохо, поэтому мы сразу используем Omni Soul, ничего не знаю. Чтобы уже так много здоровья у нашего противника не было. На следующего хотя бы хватит. Ух ты, черт, смерть ко мне пришла. Женец, черт побери. Так, двойную атаку проведем. Урон все-таки мне не хочется получать большой от него. Еще и уклонение сработало шикарно. Хотя бы чувствую, что не зря качаю додж теперь, который до этого я вообще не трогал, можно сказать. Так, шикарно. Новый противник. Кстати, жнецов, оказывается, ни разу не убивал. Мне что-то было ощущение, что я их трогал почему-то. Так, давай. Стан, наверное, все-таки придется дать, потому что что-то чувствую, у меня опасности нарастающие. Во мне есть такое. Так, блин, и он слишком быстро отъехал. Мне не надо было, чтобы он сейчас умирал. Надо было, чтобы он чуточку попозже отклеился все-таки. Ну ладно, окей, у меня еще есть шансы победить, поэтому давайте-ка мы чуточку потерпим, наверное. И выпьем вот эту зельку, так как в следующем бою она мне будет очень нужна. Так, один удар. Дальше сейчас я буду просто делать вот такие вещи. Так, первая, вторая пошла. И дальше надо через стан пройти. Давай стан ему, вот это. Так, сейчас мы вот это делаем. Выпиваем зельку, Omni Soul сразу же. После этого молнию даем. Молния. Так, первый яд, второй яд. Двойная атака. И хилка на всякий случай. Вдруг он еще умудрится как-то меня сшибить, успеть. Ух ты, стан вылетел. Искрита его, на! Все шикарно, ребята. 25-й батл следующий. Батл 1. Отлично. Флибди Эвенджер какие-то. Следующие идут, понятно. И я могу, по идее, тренировочный зал прокачать, но меня больше интересует новый меч. Серьезно, я посохом буду драться? Это как-то странновато. Ну, ладно. Правила, наверное... Они имеют право писать в этой игре. Так, сколько осталось? 90%. Я почти закончил строить наш дом. А, давайте-ка покормим нашего друга. Спасибо, кстати, за яд. Еще... О, за две молнии! Вот это мега круто! Это супер подгон на самом деле. Так, дом. Ладно, давайте что-нибудь еще... Чем-нибудь еще приукрасим наш домик. И возьмем себе... Две зельки, которые очень нужны нам в боях, без них у меня никак не работает. Так, 738 дадут этих, гоблины-присты. Мне писали вроде, что эти чуваки должны быть одними из последних врагов, потому что 25-я волна, но я не знаю, сколько это правда. Я стараюсь спойлерные комментарии как можно меньше читать, но черт побери, урон у них просто сумасшедший. Я прям так вижу, что звездец, как они дамажат больно, поэтому сейчас мы вот так вот делать будем. Раз... Два, давай быстрей. Быстрей, юзы хил. Все, шикарно, хотя бы чуть дольше поживу, еще и уклонились. Ей-ей-ей-ей-ей-ей, я еще могу удержаться пока, хоть как-то против них. И еще баф у меня... Да куда ты критуешь-то, а?
Так, ну еще и атаковал. О, ладно, уклонился хотя бы. Так, все, короче, на этого мы используем мощное. Да ладно, сейчас меня убьет. О, уклонились. Так, но он все равно меня убьет. Если, конечно, ревайва не будет. Нет, ревайва сегодня, походу, не будет. Ладно, еще одна попытка. Я попытаюсь пока что справиться с противниками теми силами, которыми могу сейчас справиться. Так. Уточка, на самом деле, время от времени меня подводит по той причине, что она делает чуть больше... чуть длиннее наш бой, и стан проходит раньше, получается, у противника, что немного плохо. По той причине, что мне нужны бафы на понижение брони, атаки и тому подобное побыстрее использовать. А вот тут так вот они мне делают, да? Так, ой-ой-ой-ой-ой, шаман мне... Шамана я не хочу в свое лицо принимать, поэтому, пожалуйста, держи крит и суператаку от меня сразу же в подарок. А, уточка. Так. Дальше у нас что? Дальше хил идет, да-да-да-да-да. И дальше двойную атаку еще раз проводим по нему. Так, ну вроде неплохо держимся, если посмотреть. Бой в целом с ним прошел хорошо. Но противников очень много, очень тяжело. Господи, какой он грустненький. Будто бы сейчас погибнет. Так. Двойная пошла. И следующая, давай яд ему. Если бой будет долгий, хотя бы ядом мы его потихоньку зафигачим. О, стан снова прокатил. Так, ну тут рукой мы его забьем уже и выхилились неплохо тогда. Так, стан, ничего не знаю. Надо не давать им времени вообще как-либо что-то делать. Поэтому я сразу же буду выдавать все плюшки. И сразу сомни соула, поехали, сейчас мы его добьем. Отлично, с фулл хп мы остались, все круто. Атака не порезалась, очень хреново. Очень-очень плохо, что сейчас атака у него не порезалась. Сейчас будет очень не больно, надеюсь на стан. Так, крит, конечно, круто, но он меня убьет. О, наконец-то, господи, сколько лет я ждал, когда эта штука сработает, наконец, снова. Так, гоблин-шаман, ничего не знаю, надо сразу против него юзать все, что есть. И скорее ему резать атаку. Режь атаку давай ему, все. Тогда он ничего нам даже не снесет толком, еще и в барьер заблокировали. Еще и уклонились, офигеть. Хорошо пока идет. В целом меня это очень радует. Так, давайте-ка теперь бафнемся, потому что следующий идет у нас босс, и надо срочно... Все восстановить нам. Все перед следующей битвой надо восстановить. Так, надеюсь, что сейчас я успею хотя бы что-то сделать, по той причине, что я вижу, что все крайне не очень. Так, давай скорее. Только не кидай уточек, пожалуйста. Это реально все портит. Так, молния пошла. Омнисоул пока работает. Вот так заливаем ему. Вот так заливаем. Так, стоп, нет. Давайте еще молнию. Я ему не хочу дать хотя бы секунды нормально подумать, что-то успеть предпринять против меня. Фаербол сейчас добьет его, да? Нет, не добил. Да ладно, как так-то, блин? Так все хорошо шло и... Черт. Ну, блин, ну... Ай, надо было стан все-таки ему дать, а? Ай, обидно. Ну ладно, что придется, да? В тренировочный зал мы снова пойдем. Так, что, снова вороты качать или криты? Наверное, у вороты буду снова качать. У ворот это прокачивать хорошо. Жалко, турбокнопки еще до сих пор, говорю, нет. Мне бы она пригодилась. Чтобы сразу уже на максимальной скорости драться с противниками, и этого реально не хватает. Это ждать, когда он разгонится и тому подобное, это немножко раздражает, скажем так. Хочется, чтобы сразу вся уже жара шла... Шла вся уже жара, короче говоря, вот. Чего я хочу? Еще бы хотя бы комбо, хоть соточку набить. Было бы тоже мега круто, если бы я это смог сделать. Ну, посмотрим, может быть, у меня это и прокатит. Вот когда комбо дают задание, это круто. Хотя бы не особо что-то приходится предпринимать. Так, жалко, все остальные звездочки не суммируются, а только конкретно на этом задании. Комбо так суммируется из предыдущих вариантов, но понятно почему. Так, ну, слушайте, вот эта скорость у него поперла. Так, что-то я... Перфект, тяжело сейчас стало выбивать. Так, но я в целом вроде справляюсь. Офигеть, он быстрый. Ты что такой быстрый-то стал, а? Так, нормально. У ворот. Блин, да хватит долбиться-то уже. Эта атака меня раздражает. Самое легкое, это когда он снизу бьет. Как по мне. Там я хоть прочитать могу. Блин, как быстро. Так, я уже запутался даже. Ладно, почти сотку набил. Теперь надо ни разу не ошибиться. Я думаю, что сейчас выполним задание и пойдем посмотрим. Мне как раз должно на левел хватить вроде как. Можно максимально тянуть резину, по идее, конечно, в этом задании. Так, да ладно, я перфекта не выбиваю, это странно. Это очень странно, ребята, что я перфекта не выбиваю. 22 секунды, ну это изи катка, 20-е задание как раз будет выполнено. Может быть, мне дадут золото? Че, следующее задание какое? Перфект комбо. Ну хотя это изичное задание, давайте его тоже выполним. А 8 раз-то что бы и не уклониться нам перфектом. Хотя, по идее, если посмотреть, то меня задевает он иногда. Ну ладно, тут...
А, стоп, блин, да. Perfect Combo, это ж вообще нельзя ни разу не поймать звездочку. Так. Ну, нормально, сейчас все пойдет у нас. Сейчас все пойдет, все, Perfect Combo сработало. Так, статься ап дальше, не, но это будет долго. Поэтому, что, 608 я еще поднял, круто, 60-й левел, почти хватило. О, две золотые звезды, медали точнее. Не самые крутые, но уже неплохо. А, так, дальше у нас что идет? Можно, конечно, криты, но я хочу в уклонение жестко уйти, поэтому буду чисто в уклонение целиться. И пойдем тогда еще один бой попытаемся. Может быть, в этот раз получится, хотя я уже потратил все самое ништяковое, что у меня было. Дальше надо уже покупать новые заклинания, чтобы хорошо драться. Давай, Омни Соул, не подведи меня. Все, хватило хотя бы урона, отлично. Дальше баф, а то я не буду выдерживать такой урон. Ладно, хотя бы, что я уклонение качаю, это дает нам еще дополнительную хпшку. Это меня, конечно, выручает очень тем, что я могу выдержать чуть больше ударов, чем оно было бы. Так, а уклонение-то будет работать? Че, зачем я его качаю-то, если он не уклоняется к черту? Так, давай двойную атаку, хотя бы без урона его оставлю. Вот, вот так вот этого я и ждал, когда он будет уклоняться. А то, что это такое, как это называется? Не уклоняется и все, работать не хочет, там, понимаете ли, у меня. Так, яд давать, еще один стакну на него. Двойной яд, это все-таки лучше, чем вообще без яда. Гоблин воин, все, готов. Следующий у нас копейщик, значит, да? Так, мне надо атаку порезать, барьер на себя повесить, а потом уже похилиться. Так, яд стакнулся, можно тянуть резину, потихоньку он будет умирать у нас. Так, похилиться мне дали, все шикарно, шикарно, шикарно. Вот если бы сейчас работал разок ревайв, это было бы просто 10 из 10. Если мы бы ревайвнулись. Ну, это очень маленький шанс того, что мы снова ревайвнемся. Это надо, наверное, 10 раз здесь подраться, тогда только я и воскресну хотя бы разок. Так, двойной яд стакнули, но я тут ошибся, и сейчас, если не уклониться, то пипец, да, все, не уклонился, он у меня, к сожалению, не сработало. Так, дальше додж, додж у нас шанс 24% уже, неплохо, блок и дэмэдж 70%, оказывается, я уже блочу. Омни соул доканчиваем, зелье доканчиваем, все, осталось буквально криты только улучшить, самое мощное, что здесь есть, но это уже сделаем в следующий раз. На этом, ребята, эту серию заканчиваем, если она вам была интересна, если было интересно, можете поставить лайк этому ролику, чем больше лайков, тем быстрее серия, понятное дело, выйдет. И также, если вы здесь впервые, не забудьте подписаться на канал, также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И еще вы можете подписаться на мой ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм, стрим-канал, все ссылки в описании. Поэтому подписывайтесь туда тоже, если вам интересно посмотреть какие-то новости от меня. Это все, всем удачи, всем пока!